Привет. Сегодня воскресенье, и мы вам обычно показываем пятничный рынок, а сегодня мы приехали на воскресный рынок. Ссылка на этот рынок в описании, бывает он только по воскресеньям. Поэтому давайте сейчас пойдем посмотрим цены и сравним их с пятничным рынком. Этот рынок, в принципе, ничем не отличается от пятничного рынка. Здесь также продают фрукты, овощи. Сразу видим виноград по цене 5 лир. 3,50 персики. Мы с Айханом всегда прогуливаемся сначала и смотрим цены. Вот, смотрите, цены на картошку. Килограмм 3 лиры. В одном из следующих видео мы с вами еще пойдем в магазин «Шок». Там цены на картошку 2 лиры. Кстати, в магазине «Шок» и в других магазинах, особенно в «Шоке», цены на фрукты иногда бывают дешевле. Также здесь есть различные приправы, огурцы, помидоры. Сегодня не так много народу, кстати. Вот кабачки, свежие кабачки, 2 лиры. Вот такие вот помидорчики мы берем на пятничном рынке. Я их, кстати, также брала по 5 лир. Айхан, бунардала здесь. А есть еще вот такие помидоры деревенские. 4 лиры. Айхан любит такие, а я люблю больше вот такие вот красненькие. Маленькие, точнее. Есть яблоки. Цены на яблоки 2 лиры. Свежие. Вот такие вот нектарины по 4 лиры и персики 4 лиры. Я думаю, что персики и нектарины мы купим тоже здесь. Кабачки 2 лиры. Есть перец свежий 3 лиры, ну и баклажаны. В общем, на этом рынке цены, в принципе, такие же, как и на пятничном. Вот есть нектарин. Нектарин мы? Нектарины по 3 лиры, по 3 лиры 50. Персики, пожалуйста, по 3 лиры. Вроде бы хорошие. Бурса. Самые вкусные персики из бурса. В общем, друзья, здесь можно найти чуть дешевле, чем на пятничном рынке, но сюда придется идти пешком. Поэтому берите все на пятничном рынке. Чеснок 10 лир, 5 лир. В принципе, разницы нет никакой. И вот они, остатки черешни. Скоро черешня уже отойдет. Черешня по 4 лиры. Есть клубника. Айхан, чили кач, пора. Как нас убьет. Чили ксят, йог. Зато появился инжир. Килограмм стоит 5 лир. Инжир, конечно, зелень. Морковка по 3 лиры. Редиска 3 лиры. Кто хочет борщ, пожалуйста. 3 лиры свекла. Ну и вся зелень по 3 лиры. Зелень подорожала. Была по 2,50, стала по 3. В общем, рынок здесь вот такой вот достаточно большой. А, сколько стоит лук? Лук вернулся в обычной цене. 2 лиры, 3 лиры. Картошка тоже по 3 лиры. Мы решили купить инжир. 5 лир килограмм. Сколько получается? Килограмм получается достаточно много, видите? Видимо, бир кило. Чё, козу, ага. Получается штук 15, наверное. Еще мы решили купить по 3 лиры персики, но я не знаю. Ага. Я люблю покупать чуть помягче. Не очень твердые, а чуть помягче. В общем, посмотрим, будут они вкусные. А еще, друзья, здесь на рынке я увидела девушку, которая ходила в купальнике. Не скажу, с какой стороны она была, но она ходила в купальнике, на ней была накинута такая сетка, через которую было все. Сами понимаете, что так ходить неприлично. Но это просто, ну, неприлично. Я подошла к этой девушке, очень тактично сказала, что я не хочу вас обидеть, но на вас смотрят не так. Ну, и она сказала, что это ваше личное мнение, думайте, что хотите, а я хожу, как хочу. К сожалению, друзья, нужно уважать местное население, и здесь рынок, здесь не пляж, и в
купальниках можно ходить только на пляже. Ну, в общем, она сказала, что я думаю, что я могу думать, что хочу, но я вас попрошу, когда вы приезжаете, пожалуйста, не ходите в купальниках по улицам, по рынкам, по ресторанам и так далее. Уважайте местное население. Ну и вообще, на вас будут смотреть не так, как вы хотите, чтобы на вас смотрели, и думать о вас непонятно что. Конечно, турки вам ничего не скажут, но подумают о вас самые плохие вещи. Ну и некомфортно ходить, извините, пожалуйста, с одним голым местом по рынку. Ну, в общем, вы сами думайте, но я вас прошу не делать этого, потому что даже в Европе за это очень-очень большие штрафы. А здесь люди считают, что можно, как они хотят. Нет, как вы хотите, нельзя. За это здесь тоже, ну, в общем, это тоже здесь не поощряют. А еще есть вот такая штука, я вам уже много раз показывала, называется карлама. И снег привозят из гор. Просто обычный лед. И добавляют в него разные сиропы. Вот такие вот. Не знаю, полезно ли это для детей, но... Детям я бы это, конечно, вряд ли давала, потому что это одна сплошная химия. Еще мы решили купить изюм. Посмотрите, какой большой, красивый, супер. Я люблю вот такой вот большой изюм, а Айхан любит маленький, без косточек. А я люблю вот такой вот большой с косточками. Особенно, когда он полежит в холодильнике. Очень-очень сладкий, ну, в общем, холодненький такой изюмчик получается. Айхан, санала джисмик чекердексен? Йок, ал, айнал. Чекердексен истамемус? Йок, боши. А там алат. Бир парча. Аби, изюмлер нерден? Изюм Измир. Измир ми? Нерден? Икиси де ми? Икиси де Измир. Измир, Эгеден. Буран ели изюмлери вар, таби ки. Ама та назаяк изюмлери вар. Буран сиях изюм вар. Таби, бунлар да чекти. Шу анда бизде... Bunlar var. Tamam. Buranın yerli üzümü var. Bizde yok şu anda. Arkadaşlarımızda var yani. Çekirdeksiz, tamam. Daha iyi. Üşüyor. Вот такой вот изюм без косточек. Nereden? İzmir'den? İzmir'den. İzüm приезжает из İzmir'den. А еще есть вот такой вот красный изюм. Посмотрите, какой он сочный, классный. В общем, 5 лир. Также здесь есть арбузы. Сладкие сочные арбузы. Килограмм. Килограмм стоит 1 лиру. Вот по сравнению с моей рукой. Очень большой. Манавгат. Манавгат. 10 килограмм в этом арбузе, и все покупают по половинкам. Можно купить вот такую вот половинку на 5 килограмм. Еще мы взяли вот такие вот помидорчики на завтрак, в салат вообще. Самое вкусное. Стоит всего 5 лир. Есть еще, конечно, мельче. Я обычно мельче покупаю, но на этом рынке мы мельче. Еще здесь есть вот такие вот мелкие помидорчики, тоже из Алании, Анталии. Я не знаю, что это за вид, пробовали ли вы такие, обязательно пишите в комментариях, мы такие еще не кушали. Нека, да? Тоже по 5 лир такие помидоры. Там тоже вот так. Вкусные, сладкие. Чок такой. Он говорит, что есть еще слаще, но эти вот очень сладкие, поэтому... И таких помидор, такого цвета есть целых 10 разных видов, представляете? Поэтому, когда видите на рынке что-то интересное, обязательно пробуйте. И вот эти ребята, они продают органические помидоры, и они есть, их стенд всегда есть на рынках. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Во вторник в Махмутларе. И на пятничном рынке в Алании, на большом рынке, они всегда есть. Поэтому приходите, покупайте у них местные вкусные аланийские помидорчики. И представляете, на рынке дядечка, у которого мы... Про помидоры, которого я вам только что рассказывала. У них, оказывается, огромные огороды этих помидор. Очень много видов помидор. И он... В октябре месяце пригласил нас на свою ферму, ну, точнее, на огороды, чтобы мы посмотрели, как растут помидоры, как их собирать. Вот так вот Айхан вешает все наши покупки, и мы сейчас отправляемся домой.
И хотела еще сказать о том, что вот эта вот ситуация с девушкой на рынке, конечно, я понимаю, что люди могут ходить где-то в центре города, близко к пляжу, в купальниках или мужчины в плавках, но ходить на рынке, естественно, я никого не критикую, каждый ходит. Ну, в принципе, Турция свободная страна, каждый ходит как хочет, но есть все-таки какие-то нормы приличия, нормы, я не знаю, уважения и так далее. Ну, разве вы будете ходить в Москве где-нибудь голышом, или даже не голышом, а в купальнике в магазине или на рынке? Нет, не будете, хотя там тоже есть пляжи. Поэтому, По-русски знаете, да? Да. Вы тоже хорошо знаете. Вы тоже? А вы откуда? Мы Белгород. Откуда? Белгород. Белгород? А, Сербия. Белград. Ага. Белград. Турецкий Белград. А, сербский Белград. Ага. А, Белград там где-то, да. А вас можно снимать? Давай. Можно? Рассказывай. Пока я вам говорила про... Это дело все ответы. Ответы? Угу. Какие ответы? Нет, вы скажете что-нибудь, я ответ дам. А вы здесь живете? Да. Пока я вам рассказывала про купальники, про всю эту неприятную историю, встретились женщина из Белграда, которая живет здесь, говорит по-русски. Ну, еще как хорошо знает по-русски. Русский класс учился 10 лет. В русском классе, да. Ага. Там трое детей, сыновей было, женился русских. В Белграде? В Белграде. А как вы здесь оказались? Оттуда сюда приехала моя сын, здесь младший, этот, учился здесь, университет кончился, потом, говорит, здесь приезжал. И пришли здесь, дом покупали, здесь живем. Мне очень понравилось. И Русия тоже очень понравится. Чтобы там трое детей было у меня. Все было нормально, хорошо. Соседям всем привет. Сначала в Узбекистан. Сначала в Узбекистан. Потом сюда приехали. Узбекистан, да. Самарканд. Да, Узбекистан, Фаргана жила. Ташкент, Фаргана. Турецкий вы знаете, конечно. Я сама турчанка. А, вы турчанка? Да. Айган, он вообще тюрк? Я сама турчанка. Ага. Ну, я же не знаю. Сіз түрк мүсіңіз? Вот түрк, вот. Ну, қарыс. Ешім үш. А, ешім. Бәнім да келінім рус. У нее тоже невестка из... Два невеста русская. А откуда? Они один Кыргызстан. Двое тоже Кыргызстан. Они любились друг друга. И трое детей, всем по одному. Нет, трое детей. Хорошо живут. Чтобы вам... Они где живут? Здесь? Здесь живут. А, тоже все в Турции? Да. Ну, все. Два, один сюда пришла, потом двое пришли, уже все пришли сюда. Ну что, друзья, пока я вам рассказывала такую печальную историю про купальники, видите, на каждый минус всегда есть плюс. Подошла вот такая вот женщина, очень интересная. Она из Узбекистана, говорит по-русски, жила в Белграде. В общем, познакомились с очередной новой семьей. Поэтому я немножко расстроилась, а теперь я очень обрадовалась, потому что на каждое расстройство мне посылаются всегда вот такие вот интересные люди. Вот в этом... Этим мне и нравится Турция. Вот один из примеров. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.